Всем привет! В тополиной посадке сегодня нарезал валуи. Такие прям земляные они, из земли пришлось выковыривать их. Очень сложно их мыть. Сначала замочил, наверное, минут на 30-40 их в холодной воде. Потом губкой для мытья посуды, вот другой стороной, где такая щетина для чистки сковородок, вот ей отмывал под напором воды. Ну, нормально так отмылись. Грибов здесь 700 кило. Сейчас ставим их отваривать. Залил водой холодной, поставил на огонь. Как закипели, 20 минут варим. Потом их промываем холодной проточной водой. Маринад 2 литра хорошей холодной воды. 2,5 столовые ложки соли. 1,5 столовых ложки сахара. Все это доводим до кипения. Растворяем соль и сахар. В каждую банку кладем по маленькому лавровому листочку. Если большой, то делим пополам. Также 4-5 горошин черного перца и 2-3, ну можно и 4 горошина душистого. Дальше грузим сюда грибы в банки. Получилось 2 банки по 0,5. Вообще. 700 кило грибов, почти 2 килограмма. Ну, уварились немного. Так, ну если я, короче, их сейчас закатаю, то буду пробовать только через 2 недели, может через месяц. Заливаем нашим тузлуком. Ну, это тузлук, а не маринад. Потому что уксус мы будем добавлять в сами банки. Залил тузлук по плечике. Ну и добавлю яблочного уксуса 6%. Вообще где-то чайная ложка, 1,5 чайной ложки. Но я вот в столовую не полную буду наливать. Вот так вот. Ну и все, думаю, достаточно. Ну и закатываем крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком, секунд на 30 минимум, чтобы уплотнительное кольцо размякло и плотнее прилегло к горловине банки. Ну и чтобы всякая грязь ушла с крышек, которая поналипла там при производстве. Закладываем в кассету. Заливаем в автоклав воду, сантиметра 4-5, не доходя до края горловины. Закрываем крышку и ставим на огонь. Ну вот, выдержали 110 градусов 30 минут. Выключаем газ и даем полностью остыть автоклаву. Ну или хотя бы до 30-40 градусов. Почти 40 градусов. Потихонечку спускаем остаточное давление. И открываем крышку и вытаскиваем кассету. Ну вот наши рядовки тополевые, маринованные. Красота получилась. Ну и теперь пускай постоят
и потом я продегустирую. 2 недели прошло, не стал я дожидаться месяца. Решил одну баночку открыть и с жареной картошечкой продегустировать. Маринованные грибы. Класс. Они прям такие жесткие, но немного горчат, их надо вымачивать перед маринованием. Это я уже потом прочитал. Чуть-чуть горчинка есть. Ну, с картошкой нормально, думаю. Очень плотные. Вот когда в фильмах показывают, гриб там на тарелке гоняет туда-сюда. Вот больше вот рядовка подходит, вот такая тополевая, чем опенок. Я когда мыл, в раковину роняешь, он как мячик такой скачет по раковине, никак не поймаешь. Ну что, прикольные маринованные грибы. Очень такие упругие. Если кто не любит горчинку в грибах, то лучше, конечно, замачивать на пару суток. Мне так нормально. Еще у рядовки несколько таких подразновидов, как бы. Вот такие вот маленькие. Они плотные такие, все темные, темно-коричневые. А есть еще там видео, где я собирал. Они такие... Ну, менее темные, светло-коричневые такие. Здесь вот шляпка как-то заворачивается вниз, а там, ну, не то немножко. Вот те лучше жарить, а вот эти лучше мариновать. Это как по мне. Прикольные маринованные грибочки. Конечно, мы еще постояли бы. Как всегда, все спешим, торопимся. Мне по уксусу тоже нормально, но некоторые любят, когда кислинка. Можно еще добавить, потому что сильной такой кислинки уксусной я не чувствую. Чувствуется, что они маринованные, но прям такой... Нету. Так что можно еще добавить смело.
такие мелкие. Я их там собирал. Замучился потом отмывать вот такие вот. Вот даже какая есть. Как горошина. Зато есть такие прикольные. Ну а с жареной картошечкой это вообще бомба. Огонь. Всем приятного аппетита. Всем пока.